Школа номер 251 стала одним из первых среди учебных заведений, где был дан старт началу традиции подъема государственного флага в начале каждой учебной недели. На первой патриотической утренней линейке присутствовал глава городского округа Александр Баранов. Подробнее далее. Утро новой учебной недели в школах городского округа началось необычно. Перед началом уроков школьники приняли участие в торжественной линейке. Поводом стал старт новой традиции, связанной с патриотическим воспитанием молодого поколения. На вынос флага, ранясь, знамя вынести. На торжественной линейке побывал Александр Баранов, глава муниципалитета. В торжественной речи градоначальник рассказал школьникам о важности поднятия государственного флага на постоянной основе. Одна из традиций российской России – это почтение своим государственным символом. Основные символы – это наш герб и флаг. И вот сегодня мы отдаем почести именно нашему российскому флагу. Такая традиция была и в советское время. Была и до советского времени, до 17-го года. Поэтому мы ничего нового не изобретаем. Мы воспитываем в себе гражданина. Приморский край стал одним из первых регионов, где принято решение о подъеме государственного флага в учебных заведениях. Официально днем начала новой традиции считается 25 апреля. К патриотической традиции присоединились Воронежская и Калужская области, а также Хабаровский край. Дополнительно в Министерстве образования РФ сообщили, что с нового учебного года во всех школах России по понедельникам будет проходить утренняя линейка, на которой будут поднимать триколоры и исполнять гимн страны.